Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В Украине его отмечают с 1999 года. Инициаторы праздника – ученые, архитекторы и реставраторы. Цель – напомнить, что исторические места должны быть под особой охраной и заботой. В Украине на государственном учете 152 тысячи памяток культурно-исторического наследия. Только в столице 675 памятников, из которых 390 национального значения. Два комплекса – собор Святой Софии с монастырскими зданиями и Киево-Печерская лавра – занесены ЮНЕСКО в список мирового наследия.